Ой, всем доброе утро, здрасте, пятница, наконец-то, да? Нет, ты почему наконец-то? Только что начали, на самом деле, только что начали неделю, вот тебе пятница. На, вот твой. Спасибо. Что такое? Да ты два забрала. Их тут три. Да, забрала. Ты их тут три, что как бы намекает, или два? Нет, тут вообще-то один. Да? Ну ладно, ничего хорошо. Ничего себе, опять, Александр, да какого черта? Да? Да? Нет. Доброе утро, смотрите вы Breakfast Show. Сегодня 7 декабря, четверг. Это Татьяна Фигенгауэр. Погодите, застал меня врасплох этот эфир, микрофон где-то, я сказала себе не потеряла, там. Потеряла, что? Занята. Принимала нового гостя, знакомьтесь, Александр Плющев. Не ожидал? Не ожидал? Да. Всем доброе утро. Да, доброе утро, привет. Так быстро наступило. А ты не готов? Наступило практически 9 утра по Москве. Здесь не на Росибашвили. И Александр Плющев, и мы на YouTube-канале Александра Плющева, с которым у нас продолжается социалистическое соревнование. Мне осталось чуть меньше 800 человек до первой трехзначный? Нет, там сильно больше и знаков, цифры на канале. Александру чуть-чуть побольше. Но ты имеешь в виду с... Тремя нулями. Тремя нулями, да, но еще в 100 есть 2 нуля, 5 нулей. Понимаешь, же опять запутались. Да, в общем... Как хорошо, что сейчас новость, Александр, и мы будем... 100 тысяч у Нинора Сибашвили на этой неделе должно быть. Я надеюсь. Ну, да. Посмотрим. Вот, а 400 у нас... 35%. Готовимся к выборам Путина. Смешно получилось, что елка, друзья мои, елка на фоне моего пиджака дала абсолютно замечательный оттенок. Вот, и нам многие пишут об этом в чате. Знаете что? Это потому, что на ней игрушек нет. Вот, если, значит, игрушки понавесить, будет веселее гораздо. Ну, последняя новость заставляет меня спросить, все ли в порядке с медиаимперией, Александр, потому как самая сильная с начала года вспышка произошла на Солнце. Пик зафиксирован накануне в 20 часов по московскому времени, сообщает метеоцентр Фобос. По его данным, мощной вспышке предшествовала прямая линия Владимира. Мне кажется, она следствие, а не причина. Два возмущения среднего уровня, которые мы наблюдали в прямом эфире буквально вчера утром. Производители предупредили торговые сети о повышении... А, это старый выпуск, простите. Можно новые новости, да. Александр? Дайте. Новые новости есть у нас дома. Извините, пожалуйста, просто читаю со своего канала. Ну, производители предупредили, все. Меня вчера предупредили, что в твоем канале в 10 и в 11 новостей больше нет. Так и есть. Зайди, выйди и зайди как положено. Масштабный сбой произошел в соцсети X, бывший Twitter. 2/3 пользователей сообщают о неполадках в работе приложения. Четверть столкнулась с трудностями с доступом к сайту. Сбой зафиксирован в США, Великобритании, Германии, Франции, Японии и других странах. Полчаса назад был сбой, и в Литве тоже у меня Твиттер не работал. Но сейчас вроде а меньше в Твиттере сидеть надо на эфире. Я, может быть, хотела ссылку на эфир туда повесить. Вообще-то. В первый раз. Ну, все должно быть когда-то в первый раз. И ровно в тот момент, когда у Твиттера был сбой. Он просто офигел от такого. Таня ссылку послала. Нежели богат, нечего и начинать. Правильно объясняю? Да. Вот. Все, мне нравится, отлично. Нам с тобой нужно, короче, вдвоем стримы вести. Тупо про мемасики. Девчонки, я согласен. Вообще, я... Какое? Что в слове «вдвоем» ты не понял, Саша? Да. Нет, я согласен. А, вот если бы Оля сидела здесь в этот момент, а я бы в кроватке вот сейчас лежал, было бы неплохо. Через несколько секунд мы продолжим, тем более, что сегодня, как я уже сказал, невероятно насыщенная программа. И первый наш эксперт уже дожидается в предбанничке нашего эфира. Вдруг подумал, если дожидается в предбанничке, что у нас тут баня, что ли? Да, мы же всех баним.
вполне себе. Никогда мы не забаним Александру Филипенко, разумеется. Она сама кого хочешь забанит. Привет, Александра. Забанит Александра Филипенко кого угодно, включая Дональда Трампа. Значит, сам вот подводка и переход какой-то. Но самая главная новость даже не в Дональде Трампе, на самом деле. Самая главная новость, что вчера Александра Филипенко вместе с Ириной Баблоян запустили YouTube-канал и свой подкаст там про Америку, про коварство Запада. Конечно, суд в Колорадо подумал, боже, девчонкам нужен информационный надо перебить. Надо перебить. Наоборот, надо их поддержать, чтобы все сразу побежали. Нам, да, пришлось завести даже целый канал для этого отдельный, на двух стульях. Ну и в завершение телеграм-канал публикует видео удачной попытки не столкнуться с медведем на американском горнолыжном курорте. Я просто думаю, а если бы Путин выбежал, он же всем бы помешал. Чем медведь лучше Владимира Путина? Ты знаешь, тем, что Владимиру Путину даже выбегать не надо, он и так всем мешает. Вот в чем проблема. Значит, я хочу сказать вот что. Что сейчас у нас экватор. Почему я это говорю, вообще непонятно. Потому что слова не даешь сказать. Специалист по экватору, на самом деле. Да, друзья, все правильно. Мужчина увидел жену с любовницей, топором там убил либо любовницу, либо жену, либо обоих, либо и себя. Это понятно, эмоции. Это понятно, это нормально, это эмоции, дорогие мои. Мне кажется, вот Нино должен был понравиться этот момент. Да, значит, первое место. Какая же у меня репутация? Ну как, у тебя репутация человека, который отстаивает права женщин. Ты очень часто говоришь про домашнее насилие, поэтому вообще. Я хочу обратить внимание, что от Шахназарова жена ушла к женщине. А, вот почему жена с любовницей. Вот оно. Так мы все гадали, собственно, почему любовница. Жены. Ничего себе. Мы думали, да, о чем речь. Мы думали, что оговорился. Нет. То есть он о себе сейчас говорит. Я думаю, что он так выторговывает заранее себе индульгенты. Окей. Я не знала подробностей личной жизни Карена. Если что, я только что это придумала. Развела, так развела, знаешь. Извините. Ладно. Я тоже подумал. Я тоже поверила. У нас серьезно, у нас за несерьезность здесь только Соловей отвечает. И все. Все станет серьезной. Тань. Извините. Минус 10 долларов. Татьяна. Фейки в брекфаст-шоу. Да. Так. А знаешь, что хочу сказать? Читал я, одним глазом смотрел в чат, и тут, значит, сообщение. Поставьте, пожалуйста, лайк всем трем ведущим. Саше, Максиму и Маше. Лайки на троих не скупитесь. Вот это отсылка к первому часу нашей программы. Зейф Ханин, видимо, утро такое, Сашу назвал Машей, и вот тут много шуток было в чате по этому поводу. Ну, это... Ну, Маша, и да, и нет. Это как угодно, только не бросай меня в терновый куст. Ну, хорошо, хорошо, Маш. Ведь секс – это всегда хотя бы маленькое, но насилие и последующая грусть. Не имеют права носить натуральный мех. Тоже ведь насилие над животными. Как не имеют права ярко краситься. Излишняя сексапильность, что тоже моветон – окончились оглушительным фиаско. Ухо. Маленькая грусть. Я очень сочувствую Дмитрию Киселеву, у которого это так происходит. Возможно, это многое объясняет. Но надо сказать, что выводы Дмитрия Киселева идут вразрез с научной статьей в питерском журнале. Науки современные. Погодите, так это же там всех, значит, заставляют быть проститутками на Западе. Они сходятся в том, что феминистки это какое-то, знаешь, зло. Вот в этом они сходятся, потому что соответственно, но там, понимаешь, они расходятся только в вопросе канонического секса. Вот. Во всех остальных они сходятся. Есть еще о чем поспорить. Одно место из блаженного. Вот. Я теперь просто все время буду говорить про маленькую грусть. Что, почему он, где он это прочитал, почему он это так сформулировал?
Просто идиотизм в России как бы добрался до такого уровня, что Песков в красном галстуке, ну и что? Так вот почему у меня аллюзия возникла. А, первая картинка, которая выпадает... Песков в красном галстуке. Просто он часто бывает в красном галстуке. Он просто... смотри, сколько этих фотографий. Песков практически... Он просто... Постоянно ходит. Мне кажется, как наряд. Я в юности предпочитал группу «Секрет». Это ваша секта какая-то? Понятно. Да, ну так вот. Муниципальный, ну, ХМАО — это Ханты-Мансийский автономный округ. Муниципальное предприятие там пыталось купить элитные гробы с крестами Версачи. Тоже об этом сообщает 7 на 7. Ну, у меня два вопроса. Один у меня есть ответ, а на второй нет. Значит, на первый, на который есть ответ, это, собственно, ты знаешь, как выглядит крест Версачи? Нет. Вот, я специально порылся вот так примерно. Версейс. Ну, то есть, понимаешь, чистый, да, версейс. Вот этот узор, он на кресте. Я специально посмотрел, такие вот тоже продавались. И по сейчас, мне кажется, продаются. А гроб должен быть Баленсиага? Я уж не знаю, какой там. Тебе видней, Танюш, ты вот разбираешься в... Баленсиага, взгляд вот этого покойника, так. Да. А второй вопрос, на который у меня нет ответа. А, собственно, зачем муниципальному предприятию гробы, да еще и с крестами Версачи? И что, собственно, придает? Какое новое качество придает крест Версачи гробу? Ну, если это должен быть элитный гроб, понимаешь, все должно быть дорого-богато. Дорого-богато. Муниципальное предприятие Трест номер 3 в Нижневартовске существует. Там без крестов Версачи никак. Ну, как-то в могилу не лезет, так сказать, без него. Солидный господь для солидных господ. Классика не устаревает. Именно так. Другое дело, что вопрос 310 элитных гробов, они для кого? Там 310 руководителей? 310. Или что? 310. 310 – это много. 310 – это вот 10 гробов так и 30 так. И еще 10 рядышком стоит. Вот, понимаешь? Ну, то есть, представь себе, это поле из гробов. Я говорю, это кладбище. Прям натуральное. И почему из них 70 должны быть с крестами Версачи? А остальные просто лакированные, видимо. Много загадок оставляет. Очень, очень, очень. Во-первых, сразу стало интересно, чем же занимается муниципальный трест номер 3. Так. Ты что, в России, что ли, не жил никогда? У главы муниципального трест номер 3 есть любовница. Любовница сказала: ты что-то мне, дорогой, перестал дарить Версейс. Ты чего, дорогой? Я вам такой, типа: милая, денег нет. Она говорит: нет денег, нет. Мультиков. Да. И он такой: господи, где же мне взять этот Версейс? И такой, типа, зовет бухгалтера, говорит: крутись как хошь, но чтобы Версейс у меня был. И денег мне найди на бабу мою. Бухгалтер, как обычно, что человек подневольный, такой: кручусь как хочу, Версейс добуду. Все, придумал фиктивный конкурс. Версейс упомянул, заодно крестов каких-нибудь там притащит этой своей благоверной. Они же теперь какие все? Патриотичные, да? Я в Америке рожать не буду, я патриотка, я в Дубай поеду. Еду в Дубай, да. Вот, да, у них и крест должен быть, Версейс. Вот, все, это я тебе, я говорю, так и было. Окей, ладно, хорошо. Ну, другое дело, что он на гробе, а не где-нибудь, так сказать. От гробу. От него и отковырять можно заодно, можно выразить, так сказать, отношение к любимой. А в гробу я видал твой Версейс, задолбало меня. Чё-то меня сегодня чувствуешь настроение. Отковыривая крест из этих мест. Отправить вашу фотографию, как вы смотрите Breakfast Show. Ну, то есть, как правильно смотреть Breakfast Show, и можно еще отправить, как неправильно смотреть Breakfast Show. Это тоже хороший вариант. Вот. Да. Вот. Смотрите, мы тут поправляем уши, потому что. А мы вот неправильно сейчас смотрим Breakfast Show. У нас какой-то. Ну, так, слушай, не все коту масленицы. Александр. Кстати, вам добавлю, да, тайный советник всегда был более весом, нежели статский. Это уровень генерал-лейтенанта и выше. Спасибо большое, Михаил. Во-первых, что внимательно смотрите, пока находитесь за кадром. Во-вторых, да, что в курсе того, что мы обсуждаем. Это здорово. Я, к сожалению, не помню вот этот расклад. Как там это? Табель о рангах и все прочее? Табель о рангах — это третий класс чиновников. Да, спасибо.
Спасибо большое. Нам советникам нужно знать. Конечно. Михаилу по должности положено. Как-нибудь отдельно можем поговорить, что о литературе, что о российских, значит, этих рангах. А сколько длительность получается? Мы планируем до 1,5 часов, то есть примерно будет 75 минут. А, 75 минут, отлично. Ну, то есть и встретите, и Новый год, и все такое. Вот, я, вам один из вариантов. Сережа опять куда-то ушел. Сереж. Простите. Значит, ходите туда-сюда. Можем потерпеть 5 минут? А, значит... Сереж, это он несерьезно, он просто пытается вас запугать в эфире зачем-то, непонятно зачем. Плакал, когда слушал доклад о рождаемости на съезде матерей. На кадрах видно, как Ким Чен Ын вытирает глаза платком. В зале показывают плачущих участниц съезда. Невероятно совершенно. А, собственно, я это поняла. В смысле, она низкая рождаемость, они по этому поводу плакали. Или от умиления. Это не важно. Или по какому-то другому плакали. Просто плакали. Там положено в любой непонятной ситуации плакать. С другой стороны, нам уже однажды показывали Путина, смахивающего слезу. Так что ждем слез Владимира Путина. Сука! Да, нет, еще какого частично. О, нет, давай так, знаешь, смотрел с надеждой, смотрел ради кринжа, просто смотрел и нет, не смотрел. Да, с надеждой на что? Вот ты говоришь, обманутые ожидания какие-то, очевидно, что? Может быть, были какие-то ожидания у людей. Ну, давай просто, пусть такой вариант тоже будет. Хорошо. Да. С надеждой, смотрел с Екатериной. Так. Я не знаю, как ты проводишь досуги, Александр. Откуда у тебя эти дамы возникли в жизни? Екатерина и Надежда. С кем там? С кринжом. С кринжом? Ну, смотрел и кринжевал, знаешь, вот такое вот ощущение. Ну, понятно, да, только вот с кринжом. Смотрел, чтобы кринжануть. Да, да. Так, а третье, смотрел без особых надежд, хотя нет, это слишком такой общий вариант. Какой может быть вариант, Александр? Помогай. Безнадежно. Смотрел по долгу службы, но там только журналисты будут. Смотрел, ну, просто так. Просто так, давай. Просто так, да. Не смотрел. И не смотрел, да. Давай, да. О, все, поехали. Так, за какой вариант ты голосуешь? Я голосую за не смотрел. Так, а я голосую за вариант смотрел с кринжом. Просто было интересно. Ну, кстати, смотрела без комментариев. Мне, кстати, не дают что-то проголосовать. Типа, раз ты сделал опрос, хрен тебе, Егор. Вот учитесь у Ниноэта к нам. Главное, это шантаж. Слушай, да, ну Ниномастер. Ниномастер, но шантаж вообще-то не мой метод, но... Я обещаю, может быть, когда-то попробовать. Когда-то попробовать, может быть, сработает. Или подкуп еще, знаешь, подкуп. Надо нам с тобой изучить другой способ. Шантаж и подкуп. Слушай, ну, я так все, не могу себе представить в этой роли, что мне же что-то там, понимаешь, как-то заискивать. Подкупать избирателей или избирателей, голосователей, лайкателей. Статья там называется «Российская семья как основа отечественной государственности». Очень юридическая. Основа государства и права практически. Да. Значит, это текст, который написали, подписан несколькими людьми, самыми разными. Вот мне нравится, что объединяет и сотрудника юридического института в Петербурге, и депутата Госдумы, и доктора юридических наук из Воронежа. Заметь, все так или иначе пока причастны к юриспруденции. Дальше и вопросики. Генерал-лейтенант запасов ФСБ, атаман. Это один и тот же человек. Он же генерал клинического санатория. Вот это хорошо. Он их всех объединяет. Он не генерал, а гендиректор. Потому что, конечно, генерал клинического санатория звучит совсем хорошо. Гендиректор. Александр, ты придумываешь какие-то, знаешь, будущие звания. Вот в далекой России Путина будут генералы. Давай успеем обсудить не только меня, но и, значит, публикацию. Да, обсуждать. Значит, основные тезисы этой статьи. Происходит геноцид русских. Свежая мысль. Существуют зверолюди. Свежая мысль. Причем они существовали давно. Да. Писиголовые.
Они крали русских женщин, насиловали их, чтобы рождались писиголово русские дети. Да. И тогда женщины убивали себя, чтобы не рожать этих... Там, серьезно, в этой статье так и было. Значит, феминистки, поклоняющиеся демонице Лилит. Да, есть такое. Вот. А что, собственно? Вирус рака горла передается через оральный секс. Простите. Долгий путь. Там приходится просто, там просто и, так сказать... Понятно. Но мне еще отдельная статья там, так сказать. У кого где мозг, туда и передается, так сказать. Вот. Телегония, конечно. Без нее никуда. Да. В общем... Полнейший ад абсолютно был опубликован. И один из... Достучались до одного. Видимо, до всех остальных невозможно было достучаться. Достучались до одного. До депутата Госдумы Игоря Ананских. Тот сразу сказал, это вообще я, лошадь не моя. Вы чё, у меня волосы, говорит, зашевелились. И все сразу полезли смотреть на фотографию. Он волосатый или нет, или лысый. Ну, в смысле, был ему шевелиться, или он соврал? Но нет, он волосатый, реально. Ну, во всяком случае, на фотографиях. И, короче, он сказал, что, говорит, не-не, ничего такого. У меня, говорит, была другая статья, хорошая. Это выпустили какую-то нехорошую, да еще и меня записали к кому-то. Это случайно. Ему журнал отослал извинения за то, что они по ошибке включили его фамилию туда. Угу. Но... Нашлась другая статья того же автора. Да, нашли статьи, не одну. И он в той же компании, примерно, ну, плюс-минус там, может, там, минус атаман, плюс там, генерал клиники, или там, не знаю. Генерал санатория. Клинического санатория. Ну, минус тот, плюс этот, вот, и так далее. Статьи Ананских регулярно публиковали в журнале «Юридическая наука. История и современность». Вот. И там такие статьи. Ой, простите, ради бога. Почему вы раньше этого не знали? Вот я и здесь. Читали не те журналы. Почему этот журнал не был так популярен, как сейчас? О переходе России под управление Мирового океана. Так. Очень хорошо, но не мирового правительства, и на том спасибо. О мировом правительстве следующая статья. Кто обитает на дне океана? Да. За всеми президентами и премьерами стоят люди с кейсами в черных пиджаках и галстуках. А что не так? Слушай, это охранники. Идиот. Это просто ФСО. О католицизме. Католицизм Европы – это религия Амона Сета, богов Древнего Египта. Это новый исследование, новый взгляд на науку. И отец вообще. Их и Блистак. О Ватикане, о происхождении русских, значит, об Адаме и Еве, о мышлении. Он очень плодовитый автор. Какой Васисуале Лоханкина судьба русского либерализма просто. О! Очень хорошо. Смотри, как о мышлении, просто чтобы было понятно. Вокруг головы человека образуется антенна из биолога информационного поля между антенной человека и торсионными полями, то есть всемирным разумом, образуется канал связи. Информация-заявка принимается всемирным разумом, то есть космическим разумом. Пока это просто схема работы брекфаст-шоу. Интернета, на самом деле. Вот просто чувак изобрел интернет. В случае, если заявка будет принята, к заявителю идет ответ. Реутов, Самара, Стейт Колледж, Пенсильвания, Соединенные Штаты, Запорожье, Сием Рип, Камбоджа, извините, Йошкар-Ола, даже с нами. Спасибо огромное. И продолжайте ставить свои... Такие бумерские штучки, честно говоря. Просто очень трогательно, когда ты так шутишь, Александр. Продолжайте ставить свои города. Ой, так, ну и последний, который вошел в сегодняшний топ, более миллиона просмотров, это документальные кадры того, как происходит будущее награждение Адама Кадырова. Смотрим. Мы
мне кажется, как-то так это и происходит. Это правда очень смешно. Путин снимает награды с российских военных, чтобы отдать Адаму Кадырову. А как? Точно так бы, конечно. Вы что, думали, как иначе, что ли, происходит? Я даже не вижу, что тут смешного. Просто чистая правда показывает в телеграфном, так сказать, стиле. Очень, очень хорошая. Я не знаю, почему меня разорвало на атомы с этого просто. На атомы. Но это очень забавно. Очень как бы спасая себя, начинает закрывать спиной этот монитор, невозможно дочитать полностью вопрос. Когда... Да слушай, ну я тебя умоляю, это же это какой спасая себя? Ты не, ну, как вот тут, ей-богу. Наивная очень. Да... Там всем все, ну, на самом деле. Ну, то есть, как тебе кажется, вот выходит корреспондент, да. У него за спиной гигантский монитор, на котором такой вот очень провокационный, очень острый вопрос. И ты думаешь, режиссер... видит спиной, что ли? Так режиссер же его корректирует. Какой режиссер? Они там находятся вдвоем с оператором, еще оператор, там звукач. Да. Вот. Оператору все похрен вообще, видел он. Я не знаю, никогда не встречалась с операторами матери. Первого канала. Я тебе, правда, у меня была стройная версия, что это объединенная преступная группировка. Туда-сюда, что они устраивают диверсии. Так, а Верницкий, я вынужден в эту группировку? Он главарь. А теперь я вынужден тебе объяснять, как на самом деле. На самом деле всем все похрен, абсолютно. Их прислали отснять, значит, дежурные мероприятия, они дежурно отсняли. Самое потрясающее, что это потом не заметили. Это же не впрямую происходит. Он бы впрямую закрывал. Да? Так они переснять могут 100 раз. Вот все это. Даже попросить, может быть, вывести на табло чего-нибудь такое жизнеутверждающее. Но им просто похрен. Вот. Соответственно, значит, вот то, что они перегнали материал, то, что там редактор, шеф-редактор, монтажер, все, никто не обратил на это внимания, вот это меня наводит на мысли, что все не просто так. Дело Марины Овсянниковой цветет. Так, подожди. Ну ладно, это слишком красивая версия, я не хочу даже с ней спорить, но просто я помню, как в предыдущие... Верю в людей. В предыдущие годы происходило все то же самое. Как ты помнишь. Проскакивала. Она не первый год действует, эта группировка. Зачем не ты пишешь на меня очками? Не первый год уже. Там. Вот к чему приводит атмосфера безнаказанности внутри федеральных СМИ. Как-то ты разбушевался совсем, Александр. Даже интересно, сколько из зрителей брекфаст-шоу ждут наступления, ну, в смысле, появления версии GTA новой. Мне нельзя играть в GTA, я тогда пропаду на неделю прямо сразу. А в Благовещенске детям запретили входить в школу во время исполнения гимна. Но есть нюанс там, понимаешь? Там можно. Там можно было, но неофициально. До черного хода. Да. То есть вот напрямую нельзя. Чтобы не оскорбить, что чувство гимна или что, чьи чувства нельзя было оскорблять с тем, что ты Я так понимаю, смысл в том, что, в общем, видимо, многие ученики игнорируют линейку. Там на линейке поднимается флаг. Значит, в это время ученики, не будь дураки, идут в школу. Чего стоять-то там? Вот. Ну или кто-то вообще, опаздывает, да. Не важно. Идут, короче, идут себе. Ну, в общем, разгильдяйство, самое натуральное. Надо стоять, все. Ну что. Ой, у тебя очень хорошо получилось. Вот. А я же проходил это в детстве, понимаешь, ни одна линейка. Сыграть невозможно там. Такое. Вот, да, будьте здоровы, вот и готовы. Здорово, ну это уже с возрастом, понимаешь, так сказать. Вот. Ну, конечно. То, Георгий, привет. Здравствуйте. Доброе утро. Будьте здоровы, как сказал сегодня Александр. Всегда здоровы. Значит, всех приравняют к организованной преступной группировке. Андрей, что за ОПГ ты собираешься создавать? Я уже создал ОПГ в составе. Там у нас босс, мы называем его между собой батя. Вот, но в миру он Александр Плющев. Вот, есть у нас... Девушка. Пошел колоться, значит, на публику. Так. Вот, есть другие товарищи. Ты как мало кто вообще. Давай, сегодня надо, даже надо была тогда, небольшая репетиция. Надо тогда слышать. Родину слышит. Это твое. Да, перепутал? Да. Хорошо, давай. Там надо.
совсем божество. Какая мощнейшая рифма. Как? Это буквально священное писание. Патриарх благословил. От Марии. Такой был человек. Мемный. Да, вот, да. Ну, казалось... Ох уж эти убийцы и преступники. Злодей, да, убийца, преступник. Все, вспоминаем, так сказать, и радуемся, улыбаемся. Понимаешь, вот это вот. Это потому, что он умер. Артист, понимаешь, артист. Вот это вот, когда актерский гений, на самом деле, его никаким злодейством не перебьешь. Вот. Реально. Вот, понимаешь, у Михалкова все-таки вот артистический гений и спустился, и слился. И все, что сейчас мы видим, это вот стариковское брюзжание. Вот это. И все, вот это самим глотком. Вот. А здесь актер неограненный абсолютно бриллиант вот этот сидел внутри, значит, этого повара-убийцы. Вот. Потрясающе. Я бы никогда так красиво не сказала, прям вот. Да и я не сказал, честно сказать, Оля. Хорошо, а давай подключим к нашему разговору специалиста. Ну, как специалиста? По голым вечеринкам? По голым вечеринкам, конечно, я надеюсь. У нас специалист уже был тут. Ты знаешь как, вот был специалист, и... Я теперь подумала, может, не зря мы гостей по пояс показывали, кто знает, в каких они костюмах к эфиру подключаются. Главное, меня не поднимать, потому что я дома, и у меня нижняя часть одежды немножко непарадно выглядит. Вот. Нет, я имею в виду, конечно же, по политике, потому что это вещь политическая, хочешь, не хочешь. Мне интересно, прости, последнее. А что все это время думает Валерий Леонтьев, который, в принципе, всегда... Он так и ходит, да, так и ходит. Он не понял, что пошло не так, что вообще поменялось. Кончайте, девочки, кончайте меня будить. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Смотри, приглашенный лектор Европейского университета из Вильнюса Василий Жарков, который вчера приболел. Доброе утро. Доброе утро. Василий, слышите нас нормально? Ну, отлично. Кто так настороженно? Я, знаете, я, конечно же, видел в Фейсбуке, что вы накануне проводили опрос, а кто, собственно, такая эта Ивлеева? Вот. Что у нее, значит, чем она известна? Но дело-то не в ней, как мы понимаем. Спасибо большое, Александр Филипенко, наш американист. Наверняка какие-нибудь подробности рано или поздно поступят в ее подкасте вместе с Ириной Баблоян «Коварство Запада». Ссылка уже давно в описании. Обновите страницу и переходите туда. Что? Коварный Запад? Коллективный Запад. Блин, а почему я коварство сказал? Это обычная для меня история, коллективный. Ну, хотя бы на ту же самую букву, это уже неплохо. По ссылке перейдете, и будет коллективный Запад. Да, извини, пожалуйста, Александра, прости, спасибо. Ирина. Вот. Нормально. Ну, так надо было назвать. Просто название. Предлагаю альтернативно. Вот, коллективный Запад, также известный как коварство Запада. О, да. О, да. Вот. Миграция и все прочее. Оно вот здесь, ее видно. А какая там Украина из... Ну, представляешь, из Техаса, как с ранчо, так сказать. Видать. На следующей неделе вообще будет особая у нас программа. Прямо с 25 по 27. Все три выпуска. Вот. А дальше мы пойдем отрываться на... полностью обнаженных вечеринках, вот, поскольку полуобнаженные для нас не подходят. А сейчас итоги года Толя из нитки. Я жду приглашения на вечеринку. Я думаю, что на самом деле, вот если просто, условно говоря, людям показывать, они как унитаз, пошумят, да перестанут. Другое дело, что если... Интересная механика работы унитаза. Конечно. Просто шумит себе, что-то бухтит где-то. Разве ты не знала? Вот. Кирилл Навутов здесь, у нас здесь в Вильнюсской студии. Всегда рады, когда кто-то приходит. Кирилл, с наступающим. Взаимно. Доброе утро. И ведь, понимаешь, мог бы пойти куда-нибудь, я не знаю, на какую-нибудь полуголую вечеринку. Ну, упаси вот. Голову, упаси голову. А что? Я мерзлячий. В Вильнюсе такая ужасная погода, кошмар. Какая полуголая вечеринка? Тепло, прекрасно. Полуголая вечеринка, это, извините меня, это продукция питерских девушек.
когда, значит, Тиньков может комментировать мне любые общественно-политические события России последних месяцев, а то и лет. А я обратил внимание на то, что в первой части музыка какая была, да, это, значит, Бизе, Кармен, значит, «У любви, как у пташки крылья» в российском переводе, это смешной, да, песня. Вообще, как бы, я очень люблю Бизе, и подошла туда просто... Идеально. Идеально, идеально. А, мне еще понравилось, что он говорит, я не буду никогда... Я буду баллотироваться. Потом очень так тихенько, так как-то очень так. Ну ладно, да. Я на минутку поставлю голосование, как вам сегодняшний ТикТок от Оли. Супер, норм, ну такое и туфта. Вот, собственно, голосуйте. Чего? Знаете, что каждый раз ты как-то вот последний вариант в этом голосовании, каждый раз какое-то новое, очень интересное слово придумываешь для этого. Ну, а почему нет? Туфта. Так сказать, да. Это из какого столетия вообще слово? Скажи. Почему меня вечно шеймят по возрасту? Скажи кринж, здесь. Напиши там. Кринж. Да, тебе нужно отдельно. И тогда и все остальные надо менять. Там, получается, надо хайп, кринж, вот, чем вот, не да. Хайп, ну такое. Нормис. Да, да, да. Пропаганду ЛГБТ обнаружили... Ни за что не поверите, у кого. Да. В клипе Николая Баскова. Казалось бы, где Николай Басков и где ЛГБТ, правда? А я вчера провел ресерч. Клип этот, я подумал, а может быть это сам Басков? Может быть это Басков таким образом наигрывает? Себя. Ну да, 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 накручивает просмотры. Так. Таким образом. И что там? Ну, недорого же, потому что там, ну что ему там, штраф какой-то грозит, там, в 1 000 000 рублей. Угу. Правда, не Баскову даже. А тем, кто показывает этот клип, да, все логично. Телеканал .тв. Вот что-то YouTube они пока не собираются штрафовать. Но думаю, дойдет до этого, конечно же. Я нашел в YouTube этот клип. Клип, значит, называется «Странник». Ну, довольно характерное для Баскова, скажем так, название. Угу. Вот. В этом клипе... Да я опишу уже, извините, поскольку показать мы его не можем. В этом клипе... Происходит оргия. Да, в натуральном образе. По-другому не могу это назвать. Надо сказать, какая-то очень медленная и ленивая. Вот, но тем не менее. Размеренная. Да. Это размеренная прямо оргия. Прямо скажем, ленивая. Жарко, на вот. Улице жарко. Ленивая. И, значит, там есть моменты, которые сочли, что мужчины ревнуют друг друга. Понимаешь, в чем дело? Друг к другу, или как правильно сказать. Ну, в общем... Друг друга. К друг другу. Но на самом деле не знаю, что там... Это просто из описания я читаю. А к... я не знаю, что они к ревности прицепились. Там просто прям буквально есть сцены, когда мужчины, так сказать, сильно близки с мужчинами. Ну вот. И, в общем, клипу 11 лет просто этому. Вот, он 11 лет существовал безбедно. Ну, как бедно он существовал. На Ютубе его писали 90 тысяч. Вот. Даже как-то неловко. Ну да, для клипа, который... то есть, я думаю, один макияж, собственно, для Николая Баскова стоил примерно в этом районе. Ну, там довольно фиговый макияж, ну ладно. Но я думаю, что на стразике все ушло. Ну, я не знаю, подожди, ну, так сказать, работа гримера. Вот, там еще несколько человек снималось, и вот там, значит... Там в оргии много человек снимается, так-то вообще. Томно двигали руками и ногами, вот. Значит, соответственно, ну, суд постановил, что отношения Баскова с другим мужчиной... Ты понимаешь? Ну, то есть, до чего... В клипе. До чего дошла, так сказать, наше судопроизводство, как говорил дочь Песков. Судостроительство дошло. Да. До чего? Отношения Баскова с другим мужчиной содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения. А? Не попрешь против таких формулировок. Там лучше есть. Давай. Там есть лучше. Стоит отметить, что взаимодействие лирического героя с лицом женского пола. То есть есть герой, а есть лицо. А это про ту статью, как бы, знаешь, ну, он прям с лицом взаимодействовал, видимо. Там же нам все в юридическом журнале рассказали про взаимодействие с лицом. Взаимодействие лирического героя с лицом женского пола
носит преимущественно отстранённо-созерцательный характер. То есть он был слишком равнодушен к женскому лицу, но более, так сказать, страстен. Как завуалировано сказать, и завуалировано, и, значит, многословно сказать всего два слова. Басков. Мы хотели обсудить реакцию пропаганды с Ильей Шепелиным и на ужесточение, ну, по факту, запрет ЛГБТ в России. Я так понимаю, что у нас не очень получается связаться сейчас с Ильей, поэтому сделаем за него его работу. Я думаю, что все, вот кто наблюдает может, за... Просто, знаешь, может, просто Илья домашку не сделал? Ну, как мы поручили, значит, попросили, ну, как поручили. Просто ничего заболел, поручили. Опоздал, да. Может быть, не знаю. Домашку не сделал. Еще в студии сидел писатель Олег Рой. Вот можно мини-опрос? Может, я что-то не понимаю. Кто читал Акунина? Кто читал Олега Роя? Вот, собственно, все, что вам нужно знать о той обиде и зависти, которую испытывает бедный Рой, и чем руководствуется этот человек, когда требует убрать книги Акунина с прилавка. Понятно. Извиняюсь, если здесь какой-то шум, тут ко мне пришла моя иностранная агентка, села на стол, мешает. Пока ж, если что, у нас это практикуется. Вот она. Ой, какой хороший. Нам санкции не нужны, мы сами себе голову прострелим. У нас наши чиновники действуют куда мощнее и, в общем, сногсшибательнее, чем эффективнее любых санкций. Мы нас оставить в тишине и в закрытой комнате, мы сами себе ёбнем промеж глаз и ноги отрежем бензопилой. Интересная аналогия, так сказать, да. Капитан Вашингтон Кэпиталс, российский хоккеист Александр Овечкин прервал антирекордную серию из 14 матчей без голов в НХЛ. Он забил победную шайбу в гостевом матче с Коламбусом. Встреча завершилась со счетом 3-2. Теперь у 38-летнего россиянина 828 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Вот что, собственно, делает с людьми участие в Путин Тим. 14 матчей без голов. Также обратили внимание на то, что ни слова не было сказано о теме ЛГБТ. Как тебе кажется, почему Владимир Путин проигнорировал? Ну, не он проигнорировал, как мне кажется, а у него не спросили про это дело. Ну как, он же сам выбирал, кто ему задает вопрос. Задает вопрос, да, но разве Путин знал, о чем его спросят? А да. Там, знаешь, сидела, по-моему, журналистка газеты «Ру», могу ошибаться, с My Little Pony на этом, на своем, не знаю, своей табличке. Ты думаешь, что Путин понял, что My Little Pony это как-то... Там у пони был, эта гриба была в цветах радуги. Ого, я... А помнишь, сериал запрещали или что там ставили на него, маркировку 18+, как раз из-за того, что там есть этот пони с радужной гривой. Уверен, что Путин следит за этой тематикой и знает, за что запретили My Little Pony. Уверен просто. Блин, сидит такой, смотрит. Ну, у него совершенно точно. Конь с радугой, а? Это что так? С Ралдугиным. Ясное дело ЛГБТ. Благодарим Кирилла Навутова, успевшего забежать нам в студию. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо за брекфаст. Да. Спасибо. Ничего не дали, правда, но батат будем есть. Считать брекфаст. Сырым бататом. У нас есть батат. Грязнее ухо. Подождите, что, как говорится, вы только познакомились, а вы уже на него сразу с ножом. Через несколько секунд мы продолжим. Завтрак Кирилла Навутова ждет чуть-чуть попозже. Мы возвращаемся в эфир. Да, привет, Саша. В эфир, а я немедленно хотела проверить, сколько подписчиков сейчас на канале Саши Плющева. И вы можете подписаться, если еще не подписаны, потому что все увеличивается и увеличивается. Небольшой сбой по всему, в общем, и по гостям, и по звукам, и по всему. Но сейчас... все заявленные гости все будут, есть, и Леонид Гозман буквально через мгновение, Михаил Подоляк тоже появится чуть позднее, так что не расходитесь, мы продолжаем брекфаст-шоу. Ну, тем более оно, очевидно, теперь будет несколько дольше запланировано. Ничего страшного, да, это даже к лучшему. Конечно. Больше же, не меньше. Премию дадут? Похлопочем перед руководством. Леонид Яковлевич, доброе утро. Я вот думаю, как мне между вами.
Не обязательно с кем-то из нас соглашаться или с обоими. У вас может быть ваше собственное мнение. Да, и умные, и красивые здесь, Леонид Яковлевич, полезайте к нам на броневичок. Да, конечно. Всем привет, доброе утро, рады приветствовать вас. Сегодня 27-го... Сегодня я не забыл, мне не надо дополнительно смотреть число. 27 декабря, что я знаю, что сегодня последний эфир года у нас. Последний брекфаст-шоу года. С каким чувством ты его встречаешь? С большой радостью, что я вижу тебя утром, дорогая Нина Розибашвили. Это неправда, Александр, последний эфир не повод врать мне прямо в лицо. Почему же врать? Я тоже рада. Наоборот, очень... не повод врать, но я тоже рада. Ну, я-то рада, Александр, а ты зачем ты снова врешь? Давай поместим нашего автора Льва Опекушина в заложники. Вот, в заложники... Ты что, террорист Хамас? Да, приходится действовать я с нашими... Я не веду переговоры с террористами. С нашими зрителями. А я тебе не предлагаю вступить в переговоры, кстати. Я предлагаю тебе... Я петь не буду тогда. Я тебе предлагаю вступить в коалицию. Вот, значит, как это... Как КАЦ, буквально. Вот. Да, давай объединимся. В некотором смысле. Короче говоря, значит, сегодня у нас есть песня от Льва Опекушина, нашего замечательного автора. И мы ее, конечно, споем, но если будет какое-то малоприемлемое количество лайков, то, наверное, и не стоит. С другой стороны, вы можете считать, что наше пение вам не очень подходит. Тогда не ставить лайки активно. Дизлайки не помогут тут, они не уменьшают количество лайков, мы их все равно не увидим. Вот, значит, не ставить тогда лайки. И, соответственно, мы в конце всех не будем петь. Потому что невообразимо было представить себе пастишок от «Адской белочки» не в конце. И вот, пожалуйста, ну, бывало уже так, ладно, вообразимо. Бывало. Александр. Вот. Пастишок от «Адской белочки» прямо сейчас будет. Так что те, кто этот жанр не переваривают, дорогие друзья, есть масса других каналов, не переключайтесь на них. Оставайтесь с нами все равно. Пусть у вас будет несварение. Терпите. Тоже можете случайно оказаться человеком года. По версии журнала Time, так же, как и я. Ну, в этом году претендуют Си Цзиньпинь, Тейлор Свифт, это певица, может быть, кто-то не знает, да? Вот. Кто не знает Тейлор Свифт? Си Цзиньпиня вот, спроси меня, как выглядит Тейлор Свифт, я не имею ни малейшего понятия, кстати. Как только вы открываете сайт youtube.com и заходите на какое-то видео, это вот как обувь надо в дверях снимать, точно так же ставить лайк и дальше смотреть себе прекрасненько. Так сказать, не у всех народов принято, что называется. Вот, поэтому приходится напоминать. Значит, не во всех социальных группах тоже. Вот смотри, 12 тысяч, ну разве это дело? Мы что, чем 12 отличается от 14, Александр? Не знаю. Вот, показываю. Одной цифрой буквально. Одной? Да. Ну, цифры-то одной, да. 2 от 4, чем отличается? И там просто одна картина, другой лучше. Вот это вот мне очень нравится со скрипачом. Очень, да. Такой соцарт, который мы заслужили, это называется. Mm. Прям хороши все. Так сказать, выставка, если бы шагал на фронт. Перешути эту шутку. Переходим все смелее на яичный порошок. Переходим, ставим лайки и прощаемся до завтра. А новости? После того, как прочитаем новость. Илья, привет, слышишь ли ты нас? Да, Илья нас слышит, а вот мы его нет. Есть такая проблема, в отличие от слушателей. У нас было, кстати, подобное. А кстати, удобно. Очень удобно. Задал вопрос, Илья отвечает. А я, знаешь... Слушателям хорошо. Хочу сказать, что нам в этом мы потом послушаем. С тобой очень повезло, потому что Илья Шуманов, во-первых, ведущий программы «Богатые тоже прячут». На канале Татьяны Фельгенгауэр. Очень хорошо рассказывает длинно и подробно. Поэтому, ну, на самом деле, ему можно задать один вопрос и даже дальше Илья пойти знает, гулять, что делать. Завтракать там и так далее, да? Вот. Не, ну я думаю, что мы сейчас справимся. Тем более, что он подписан, смотри, у нас как Леонид Гозман. Вот вы думали, что это Илья Шуманов, а это Леонид Гозман. Ты можешь посмотреть, сколько там до 14, Александр? Не вижу, 13 так и есть у меня. Я не знаю, как это...
определить, так сказать... Во внутренней трансляции. Во внутренней Монголии. Студии. Там нет ничего. Вот хотел раз в жизни уйти вовремя. Ну нет, не но. Вот это вот. У кого еще хочешь уйти на 13 тысячах? Давай. У кого еще уходим, сотрудники? Уходим. Подожди, да, давай, закрывай компьютер. Уходим, все, пошли, допивай воду. Пойдем. Да, вот сейчас 13 803. А, нет, сидим. Значит. Еще немножко осталось. Вот на 803 уже прям совсем жалко. У кого еще сотрудники работают на результат? Да, во-первых. Не знаю. А во-вторых, так и стремятся задержаться. Задержать всех остальных. Здесь же вот здесь уборщица случится. Да уходите, все, я тут останусь. Все, уходите, уходите. Сейчас мы быстренько с ребятками дойдем до 14 тысяч и уходим. Заточено, отпустите, а? Ну уже правда, это к домой. Да все, уже иди. Вот Таня пришла, поставила лайк, уже 14. Большое спасибо. 11 тысяч, спасибо. Здесь сразу ломается. Слушай, я понял, сразу значит, я понял что происходит. Значит, ну, типа, нужно, знаешь, просто сесть, оседлать этого коня и не слазить с него. То есть мы уже там 3 минуты с тобой говорим. Ну-ка, быстро поставьте нам лайки. Нет, ну, надо еще, только научиться теперь еще делать серьезно вот так вот очень. Спасибо большое всем, кто смотрел. Не забывайте, что напоследок вы еще успеете поставить лайк, подписаться на канал. Правда. А что еще? Пустяшок какой-нибудь будет? Нет, какой пустяшок? Все. Ни стихов, ничего, ни да. Песенки даже. Да. А да, слушай, а какая песенка вообще? 12 тысяч нравликов. Все. Да уходим просто. Сейчас новости быстро все, новости да, прочитаем и пойдем уже. А мы фотки показали, кто как смотрит? А нет, сейчас показываю. Вот показываю, вон они. Даже вот прямо, даже не знаешь, куда деваться. Прям просто уже как. Злость, разочарование, да, да. 13 тысяч. Неудачный выпуск, чтобы. Ну, 13 тысяч, понимаешь? После 13 уже жалко. После 13 уже надо сидеть до 14, Александр. Я не знаю. На интуиции, просто вайбим, как сегодня написали в чате. Давайте, не знаю, ну начнем с Татьяны, допустим. Раз уж ты подготовилась, точно. На тебя уж точно не опозоримся. Нет, Аня, ты просто в телефоне сидел, который заметил, что ты в телефоне. К доске пойдет. Сегодня мы будем по алфавиту, но с конца. И вот там как раз вот моя фамилия обычно была. В самом конце такая, блин, всегда же по алфавиту вызывали. Хорошо, ладно. Подожди, с конца тогда Саша Филиппин. Да. Да, да. Но ничего. Так я Шадрина. Фамилия была сказана, да? Понимаете, вот это не по псевдониму вашему. Она у нас под каким никнеймом? В журнале. Под каким? Под какимов тут нет, Александр. Батат Рудольф. Батат Рудольф сегодня вместе с нами. Пожалуйста, не считайте его родственником Владимира Соловьева. Нет, это не старший Соловьев, это Батат Рудольф с нашей фабрики бататов. Я представляю сегодняшнего соведущего, к сожалению, с небольшим опозданием появляется в этой студии, но впечатлившийся потрясающей статьей в питерском журнале, это Батат Лилит. Отлично, хотя проплатили за Уно и Дуо. Ну, когда они вместе будут, тогда будут Уно и Дуо. Извините, Уно и Дуо пока на работе. Это Александр Плющев, это Леонид. Рад вас приветствовать этим утром. Татьяна Фельгенгауэр. Александр Плющев и с нами Наталья Петровна. Вот это Александр Плющев, я Татьяна Фельгенгауэр. Это Батат Кристоф. Познакомьтесь, он сегодня в шапке, холодно. Там, откуда он родом, все ходят в шапках. Александр Плющев, а также два бесстыдных батата, которые надели на себя из всей одежды лишь рога и надел на себя второй батат шапку. Вот, поэтому поприветствуем участников вечеринки в Мутаборе. Они расскажут, как это было. Изменилась здесь мизансцена немного. Не то чтобы объясню, вы видели, что поступил донат на то, чтобы вернулись бататы в шапках. Но вот в чем были, в том и вернулись, так сказать. Вот. Как ты понял, с какой страны у этого батата голова? Берта. Где Берта, а где Отто, так сказать. Ну, понятно, что Берта вот, но как почему? Ты понял, где ее это, голова? Это, мне кажется, стереотипы мизогенические. Нет, ты же знаешь про эксперимент про Кику и Бубу? Нет? Так. Серьезно?
есть такое представление, научное знание. У нас это в стриме с Майклом было много лет назад. Так даже кто из нас Кика, а кто Буба. Вот именно, даже я стопроцентный Буба. Буба, да. Вот. Это такое интуитивное знание, ощущение, исходя из которого большинство людей воспринимает Буба как что-то круглое и мягкое, да. А Кика как что-то острое угловатое. И угловатое. Да. Да. Мне кажется, что в случае с батетами тоже совершенно понятно, кто из них Берта, а кто из них... Отто. Отто. Окей. Вот. Тем более, что Отто с рогами. Берта. Люди требовали, пожалуйста, вот лежит батат, который, собственно, зовут... Пожалеете его, ему уже плохо. Шарита или ему Шарито, я не знаю. Плохо, смотрите, он уже это с дыркой в боку. С ним что-то сделать, Александр. Съесть. Шарита, батат Шарита в честь щенка Шарика от профессорки СВ. Нет, неправда, ты неправда. Я просто зачитала Александру сообщение из чата, где это было. Да. Это как Гомер Симпсон пишет мат. Ел любимого лобстера, плакал и наслаждался вкусом. Нет, неправда, потому что, например, я бросил есть осьминогов и не ем осьминогов. А батат? Ну, бататы, да. А те, которые были участниками твоего шоу? Да что ты привязалась к участникам шоу? Надо ли мне беспокоиться? Я просто пытаюсь понять. Александр. Ты разве батат? Вопрос исключительно такой, знаешь. Так я узнал, в целях собственной безопасности. Так я узнал, что Нино это батат. Ты кто ж тебя знает, Александр? Кое-что осталось. Вот и Тауэрский мост здесь, и все остальные, так сказать, места и достопримечательности, в которых вы отмечаетесь. Которые продолжают заслонять рога Рудольфа. Ну, чуть-чуть, да. Батат Рудольф, надо сказать, оттягивает на себя внимание сегодня. Это особенно твое. Да. Видишь, как легко привлечь мое внимание? Просто приди в рогах. Ну, Татьяна, хорошо, если это причина, а не следствие, так сказать. А как же бататы, хочется спросить. Да. Будет ли батат на твоем новогоднем столе, Александр? Ну, знаешь, собственно говоря, не уверен, потому что для меня до сих пор вопрос поедания батата морально неоднозначен, скажем так. Для тебя неоднозначен? Для тебя неоднозначен? Кто еще заметил подмену среди наших бататов, друзья? Или вы так их любили, они так за ними следили, выходят, что не заметили, как один из них помолодел и похорошел? Временами выходят из строя. Знаешь, никто не вечен. И где они заканчивают свой путь, Александр? Да. Где закончил свой путь первый батат в истории Breakfast Show? Собственно, какая разница? Не так важно. Большая разница. Это Нино Расибашвили. Подписывайтесь на ее канал. Да, это Александр Плющев, который сегодня стал... Кем ты стал? А ты знаешь такую песню Оксимирона, кстати? Нет, не знаешь. Конечно, не знаешь. У тебя на лице написано, что не знаешь. А 400 тысяч – это много для тебя? Это хорошо. Тебе приятно? Конечно, мне чрезвычайно приятно. А ты умеешь радоваться в моменте? Вот ты рад, что 400 тысяч? А не видно. Или уже хочется 500 пускай? Не видно, что... Не очень, честно говоря. Знаете, давайте радоваться всему, что есть в моменте. Например, тому, что заканчивается наш сегодняшний эфир. Слава богу. Но Нино никак не может из него уйти. Да я ухожу. Вот как люди, так сказать, отдаются работе своей. Из эфира не уходят. Гонишь их уже. Нет! Не пойду. Не хочу. Да пойду, я пойду. Посмотрите, что за чудесная компания здесь. Доброе утро. Привет. Привет. Александр Филипенко, Татьяна Фельгенгауэр, Нино Расибашвили, вы сегодня уже видели и слышали, может быть, даже в избытке. Максим Поляков. Он всегда так с тобой разговаривает. А я говорила, что у меня New Year Resolution, меньше перебивать. Но новый год еще пока не наступил. У меня есть еще несколько дней. Могу бесчинствовать, как хочу. О, да. С наступающим Новым годом. Пока. Пока.